И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Максим Симонов Майнкрафт. И мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт ПК. Всем приятного просмотра. Ребят, сегодня наша цель с вами рубить деревья. Вот, по нашей старой с вами традиции рубить деревья. Господи, даже не зайти мне в печки. Ребят, я только что обновил, так сказать, лаунчер специально. Поэтому можно написать. Поэтому заранее извиняюсь. Вы тогда вот златы меня не держите. Так, порох, я не знаю, вот носится к этому. Да, относится. Хорошо, так смешивается к этому. К этому. Пусть тоже будет птица. Лук. Давайте лук на всякий случай, наверное, вдруг нам придется с вами, так сказать, постреляться с некоторыми человеками. Факел уберем. Мне бы желательно сейчас сделать новую лопату и новый топор. Блин, опять зачем это сделать? Мне еще желательно бы палочек раздобыть. У меня только надо. За нас там есть каменная кирка. Так, ладно. Ребят, деревьев, как вы видите, у нас очень много. Но если вот постараться построить такой же почти дом, как у нас, то мы с вами поймем то, что этого крайне мало. Ну, а мы с вами начинаем. Так. Все. Кидаем сюда. Добьем, ребят, сами это. И... Короче, все. Ребят, очень долго раскладывался. Извините. Погнали. Я, ребят, собираюсь срубить хорошечно так деревьев, чтобы, так сказать, освободить. Что там у нас по урожаю? Кстати, ребят, мне кажется, все подросло, нет? Пока еще не все. Ну ладно. Начинаем, ребят, рубить деревья. Ускоренная съемка. Итак, ребят, мы с вами хорошечно так добыли дерево. Вот настолько мы можем с вами добыли. А, ребят, кстати, вот вам кадры из прошлого ролика. За причиненный вред, так сказать. Фига себе, как много железка. Все, кирка сломалась. А, и даже это последнее было. Как-то, ребят, очень быстро изнасиловались кирки. Да, это, наверное, сейчас и закончим как раз на этом. Где-то так все было. Помню, я до сих пор помню, как крипер взорвался. Конечно же, я эту ленту не вставлю. Ёшкин котик. Да. Пора уже, наверное, срочно порядка дома строить. Потому что мне больше не хватает места. Здесь есть какие-то деревья, нет? Делаем, ребята, новый сундук. И скоро чукну с этим сундуком. 8 плюс 8, 16, верно? Верно. Все. Новый большой сундук. Ешь какой-то, я забыл, что есть такое правило. Так, хорошо. Здесь тогда поставим. Здесь у нас тоже деревья. Давайте, ребят, парочку тогда вот отсюда заберем. Да что ж мы так сильно не везем? Все, пойдем. Хотя давайте-ка вот так вот сделаем. Все, нормально. Давайте мы бы еще достаться, да? Все. Отлично. Так, это все складываем в наш самый посевный сундук. У нас земля есть. Есть, давайте. Ну давайте здесь оставим. Ребята, извиняюсь, что так сегодня туплю, ну, день сложновато. Пойдемте еще деревья порубим. Только уже, ребят, наверное, без скоростной съемки. Хотя, скоростной съемки, да. Ух ты, сколько тут понападало. Так. Ну-ка. Начинаем рубить. Ускоренная съемка!
О, ребят, яблочко. Отличненько, отличненько. Ну-ка, ну-ка. Так-то так. Отлично. Давайте-ка, ребят, наверное, поспим все-таки. Танкс. Так вот уже другое дело. Нету. Или есть забава. О боже, господи. Дайте поспим. Поспали. Так, закидываем опять же саженцы. И, ребят, погнали опять рубить деревья. У нас сегодня, ребят, вся серия будет... О, привет, зомби. Как у тебя дела? Другое дело. Спасибо за подарок, кстати. Так. Что вот так вот сделать? Что вот так? Ну так. Так, ребят, мы уже с вами немножко подравнялись. Уже деревья крупные. Ну-ка, это большое дерево. Оно огромное. Ладно, ребят, мы справимся благодаря ускоренной съемке. Ускоренная съемка! И да, ребят, мы с вами срубили это огромное дерево. Там еще посаженец, давайте подберем. Офигеть, ребят. Ну, еще почему-то вот сюда вот еще дерево ползло, я не знаю. То, может, оно здесь росло еще. А мы с вами все время не замечали. Не знаю, ребят, я еще, наверное, еще отдельную серию посвящу собиранию урожая. Давайте-ка это создаем все-таки. Так, ребят, ну это, на этом я, конечно же, не остановлюсь, а продолжу сейчас, конечно же, все это делать. Может, сами дубовую рощу уже делать. У нас три яблочка, здорово. Собачки тут наши греются. Танькс, ну, ребят, мы сами уже почистили, вот аж до сюда. Давайте вот это, наверное, вот это вот последнее деревце, да? И вот это еще. Давайте вот эти два, вот это. И все. Давайте уже, наверное, без ускоренной съемки. Вот, ребята. Как я и говорил, 3 недели будет Майнкрафт. То есть, ну, если считая ту, эту и следующую. 3 недели получается. Не, ребят, GTA 5, наверное, на этой неделе не сниму. А может и сниму. Я сам-то не знаю. А, ребят, не забывайте наставить палец вверх. Подписываться на мой канал. И, кстати, какой-нибудь комментарий. На каждый я постараюсь ответить. Ну, а тем временем, ребят, мы с вами уже срубили одно деревце. Это хорошо. В реальности это ужасно. Но все равно. Как раз, ребят, у нас будет много темного дуба. Можем, наверное, сделать уже 2 таких, вот таких вот домика. Наверное. Ребят, наверное, в 50-х сериях, наверное, в 50-х сериях я начну строить новый дом. Я еще, конечно, поброжу, посмотрю, какое место. Потому что, ребят, мы с вами с этим домиком с 10-х серий, ну, может, с 19-й, так, 15-й, я не помню. Ну, очень, ребят, мы с домом. Где-то так. Два дерева срубили, сейчас это все пропадет, саженцы появятся. Давайте-ка очистим это все от травы. Потому что от травинки я люблю очищать.
почему это дерево до сих пор висит в воздухе? Потому что я его не до конца дорубил. Вот видите, как тут много еще всего. А, понятно. Ребята, вот эти два больших дерева срубать не буду. Потому что тут еще растут деревья. Давайте-ка их все уберем. Зачем они тут растут? Не знаю, нам, наверное, топора не хватит. Да, все, уже не хватит. Ну, вот где-то так, ребят. Такая вот серия у нас с вами получилась. Хорошо, мы так с вами участок очистили. Теперь тут вообще пусто как-то стало. Непривычно даже. Наверное. Кому как. Кому как. Прям хоть, ребят, начинай в следующей серии строить дом. Потому что у нас этих досок дофига. Много не бывает. Ладно. Это, наверное, все-таки самый конец. Что-то смогу. Вот так. Вот так. Расположили. Все саженцы сюда. Все, которые возможны. И закончить ролик пора. Давайте посмотрим еще разочек на нашу работу. Хорошо. Так. Топор надо. А то как-то непривычно поставить чем-то. О, у нас как раз хватает на один топорик. Железа, ребят, у нас много. Алмазы, кстати, тоже. Поэтому надо их еще больше добывать. Чтобы я хочу алмазный сет. Ребята, в какой-то из серии, конечно же, я не стал момент, потому что мне долго искать. Говорил, что когда сделал алмазный сет, то видео закончил. Кто с этого ролика пришел смотреть этот ролик, очень логично, то пишите в комментариях. Ребят, я не буду заканчивать эту рубрику из-за того, что сделал. Ну что ж, ребят, на заканчивание был я, Максим Симонов, Майнкрафтер. Играли. Всем пока!